В столице стартовал турнир по волейболу среди ветеранов государственной службы. Соревнования приурочили к 25-летию волейбольного клуба СРРК. Четверть века он остается постоянным участником различных турниров по этому виду спорта. В соревновании принимают участие команды из Нур-Султана, Алматы, Акмолинского, Туркестанского регионов, а также областей Абай, Жетысу и Улытау. Есть и гости из Узбекистана. Сегодня в нашей стране созданы все условия для занятия спортом. Особенно у нас развивается массовый спорт. Наша команда волейболистов, ветеранов Астаны, мы здесь создаем тоже условия для молодежи, чтобы они занимались спортом. Это люди, которые в возрасте являются примером занятия спортом. Мы думаем, что таких турниров делать как традиционным.